Комитет Гомель-облимущества 31 июля проведет очередные аукционные торги. В Гомеле на 8-м переулке Ильича можно купить 4-этажный объект незавершенного строительства. Это здание здравоохранения и предоставления социальных услуг. Фаза готовности почти 60%. Начальная цена чуть менее 85 тысяч рублей. В деревне Радуша Жлобинского района можно приобрести одноэтажное административно-хозяйственное здание. Площадь почти 200 квадратных метров. Начальная цена 17,5 тысяч рублей. В этом же районе, в деревне Доброгоще, на торги выставлены два кирпичных здания школы. Площадь 970 и примерно 310 квадратных метров. Начальная цена менее 30 тысяч рублей. Она снижена на 80%. В деревне Юрковичи Ветковского района продается здание бывшего клуба. Площадь около 190 квадратных метров. Начальная цена чуть менее 4,5 тысяч рублей. В деревне Стежерное Брагинского района можно купить здание детского сада площадью почти 110 квадратных метров и школы площадью 200 квадратных метров. Начальная цена – две базовые величины – это 49 рублей. Документы принимаются в комитете Гомель-облимущества по адресу Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.